детства у меня была страсть к рисованию. Повсюду. На улицах и в трамваях. На площадях и базарах я наблюдал все ярко выраженные черты лиц, фигур, движений. И по возвращении домой все это зарисовывал. Увлечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии решил поступать в Петербургскую академию художеств. Но во время вступительных экзаменов мной овладело тяжелое раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Колебания окончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Приступ был. Температура у него поднялась. Это закрытие Патарийской церкви его доконает. Звонит повсюду, пишет. Всем уже известно, что нет там никакой аварийной ситуации. Как они Бога не боятся? Купола снесли уже? Угу, снесли. Их теперь все боятся, а не Бога. А давайте мне продукты, я их на кухню отнесу. А белье поставьте сюда, я его позже разберу. Угу. Проходите к нему, он уже проснулся. Сережа. Здравствуйте, владыка. Благословите. Я вам лекарства принес. Сережа, я вот тут фамилии и адреса написал. Разберешь? Копеечку надо послать. Много нуждающихся. А это в Ташкент, что ли? Вы были в Ташкенте? В 17-м. По объявлению в газете. По объявлению в газете? При очень большом конкурсе я получил приглашение в Ташкент на должность хирурга и главного врача большой городской больницы. А вот и наш новый главврач. С приездом, Валентин Феликсович. Как доехали? Спасибо, все хорошо, спасибо. Разрешите представиться? Ротенберг Григорий Александрович. Очень приятно. Военный Синецкий. Ваш хирург. В том смысле, что я штатный хирург в вашей больнице. Позвольте представиться. Доктор Ашанин Олег Васильевич. Очень приятно. Михайловский. Профессор Михайловский. Иван Петрович. Воин Ясинецкий Валентин Феликсович. Очень приятно. Очень приятно. Иван Петрович, очень. Местная знаменитость, да, физиолог. Ведет изыскания в области переливания крови. Диптолог. С целью достижения метода
превращение мертвой материи в живую. Такое возможно? Здравствуйте. Еще как возможно. Я прошу знакомиться. Моя супруга Анна Васильевна и мой младший Валентин. Очень, очень приятно. Ой, покатился. Это мой мяч. Они такие резвые, что сразу не понять, сколько их. Детей должно быть много. Думаю, своих-то. Правда? Да. Это мой мяч. Иван Петрович, да. Вы действительно верите в то, что путем переливания крови можно исцелить любое заболевание? Анна Васильевна, я решительно утверждаю, что нет ни одного заболевания, не подвластного излечению по моей методике. За переливанием крови будущее. Да, да. И даже оживление, кстати. Это невероятно. Валентин, ты слышишь? Какой вы молодец. Спасибо. Скажите, Анна Васильевна, позвольте полюбопытствовать, а вы тоже врач, да? Да, я была операционной сестрой. Что ж теперь? А теперь вот, как видите. А у вас старшему сколько? 11, Мишенька, подайте к нам. Да? Молодец. Так... 11, да. Но. Ну, пожалуй, они с моим Игорем в одном классе будут. Да? А сколько вашему? Также 11. 11. О, ты даже знаешь, сколько это 11? И тебе 11. Детям нравилось в Ташкенте. Можно 6 свечей? Аннушке поначалу тоже. В начале 17-го года к нам приехала старшая сестра моей жены, только что похоронившая в Крыму свою молоденькую дочь, умершую от скоротечной чахотки. На великую беду она привезла с собой ватное одеяло, под которым лежала ее больная дочь. Я говорил своей жене Анне, что в одеяле привезена к нам смерть. Вскоре я обнаружил у Ани явные признаки туберкулеза легких. Анюш, ты чего не спишь? Опять кашель? Мне много лучше. Ну-ка, ну-ка. Впечатлений много разных, вот и не спится. Как тебе новые люди? Ты знаешь, хорошие люди. Мало их, конечно. Судя по слухам, в городе назревают беспорядки, а в больнице две медсестры. Из хирургов только я да Григорий Александрович. А профессор Михайловский? Ну, он же не доктор. А что ты думаешь о методике Михайловского? Ну, ты же медик, ты должна понимать, что единой панацеи от всех болезней не существует. Ведь если разносчики болезни действуют через кровь, а кровь можно очистить, то... Я не знаю. Дело новое, пока здесь вопросов больше, чем ответов. Почему кровь, перелитая одному пациенту, действует благотворно, а у другого организма и отторгает. А так, может, Иван Петрович уже знает, почему? Давай я у него все спрошу. Если, конечно, моего ума хватит. Хватит, хватит.
профессор Михайловский усердно продолжал свои опыты. Так же, как и Анна, искренне веря в то, что результаты его экспериментов принесут больше блага, Игорь, чем все наши операции вместе взятые. Помоги мне с центрифугой. Закрываем. Крути. Смотри, смотри. Для того, чтобы вернуть нашему шарику кровь, мы ее чистили, как вы понимаете, при помощи центрифуги. Люди в большинстве умирают не от потери крови, а от заражения крови. Ты должен был заметить, что все болезни, в большом понимании, это и есть заражение крови. Достаточно, сынок, достаточно. Спасибо. Присаживайся. Отсюда возникает первая цель нашего опыта. Обратите внимание, налицо белая и красная фракция. Мы белую отделили, зараженную, а чистую, вот эту, очищенную, наливаем шарику, и он у нас оживает. Любопытно. Так. Отлично. Ну, проверим. Шарик умер? Ну вот, извольте. Воскрес ваш шарик. Шарик? Заснул. Давайте я вам помогу. Спасибо, не надо. Давайте, давайте. Да, кстати, Катя, а кто такой вот этот Михайловский? Владыка его вспоминал. Вспоминал? Угу. Значит, и в памяти ему покой не дает. А что, что-то случилось? Дедушка говорит, что Михайловский бедный человек, что его имя просто использовали. Говорит, что его горе сломало. Только ведь у дедушки жизнь тоже не медом была. А он не сломался. Не отвлекаться! Сюда смотреть! У меня дети дома, жена! У меня тоже дети, я нашел 8 его. Беспорядки не заставили себя ждать. Город разделился на своих и врагов, которые сами не понимали, кто из них, кто и почему. Григорий Александрович, тяните за стопу. Но не дергайте и не проворачивайте. Готовы? Отряды рабочих, которые поддерживали большевистский Ташкентский совет, стреляли в гарнизоны временного правительства. Скальпель. Вот он. Зажим. На стороне рабочих было 2500 человек. Сушим, сушим. Из которых 1000 зажим справа. Была вооружена. Идеально. Идеально-то идеально. Но если не зафиксировать, долго не протянет. Сходите к доктору Стекольникову. Возьмите у него болт с гайкой на табурет. И пусть обязательно продезинфицирует, ладно? Хорошо. Так а что ж? Ну хотя бы с прохода уберите его. А куда? Ну дальше проносите, ну. Давай дальше. Доктор, этот все... Так выносите его. Как я? А кто здесь будет? Любезничка, возьмите его, вынесите. Тебе надо, ты таскай этих, ихних офицеров. Здесь ни офицеров, ни солдат нет, есть только раненые. Это вашим товарищам надо, кто еще жив? Он место занимает. За ноги бери. Куда его? На улицу его, в телегу. Спасибо. Лев Васильевич, так дальше нельзя. Мы же больше передавим, нежели вылечим. Голубушка моя, распределяйте по ординаторскому. Хорошо. Куда его? Да
дальше, дальше проходите. Анна боялась смерти. Патологическая ревность вместе с самоотверженной заботой о детях лишала ее тех немногих сил, которые оставила болезнь. Доктор Ротенберг заботился об Анне, передавал ей остатки супа из больницы. Она, конечно, отдавала все детям. К зиме стало совсем голодно. Я ведь раньше лето не любил. Это, наверное, профессиональные. На жаре раны гноятся быстрее. В жару оперировать очень тяжело. А вот после зимы и снега в Ташкенте я полюбил лето. А что, в Ташкенте бывает снег? Мастерский! Быстро! Есть, товарищ командир. Перш, Осип, за мной. Только, Валентин Феликсович, довести их довезу. А вот кто их принимать будет и выгружать, это уже не моя печаль. Ну как кто? Ты разгрузишь. Да не стану я к ним прикасаться. Вон у них на каждом в шахте фозная тишит. Аж одежь шевелится. Слушай, брат, ты жалование получаешь, а толку от тебя не на грош. То пьян Андрей, то еще бог знает где. А сейчас новость не буду. Ха, да за те деньги, что ты мне платишь, паршивая горлодерни стакан не нальют. Во тебе, чтоб я жизнью своей рисковал. Ну раз во, значит, сегодняшнего дня уволен. Ой, Валентин Феликсович, а кого там из них в анатомичку? Вот этого. И вон того. Ага. Пошла! Все, профессор, донял ты меня. Уж я больше не могу. Теперь на дрожках по той же дорожке покатишь. Уж потяну я тебя за пятки. Революция хотела построить общество равных людей, но по факту взращивала ненависть, зависть, ревность. Ревность? К тому, кто умнее, богаче, сильнее. А где повод ревновать? Ревность питает сама себя. Ей не нужен повод. Умирать в одиночестве. Пойдем спать. Она винила себя в том, что нарушила обет безбрачия.
В ночь перед нашим венчанием она молилась перед иконой Спасителя. И вдруг ей показалось, что Христос отвернул свой лик, и образ его исчез из Киота. Анна всегда помнила об этом. Здоровье Анны сильно ухудшалось. Нервы были постоянно напряжены. Анна кое-как ходила по дому, но не готовить, не убирать уже не могла. Профессор Михайловский, на которого надеялась Анна, сам был не в лучшем состоянии. Опыты над приматами не подтвердили его теорию. К тому же его старший сын внезапно заболел. Здравствуйте, а я к Игорю Михайловскому, мама его. Валентин Феликсович. Здравствуйте, Валентин Феликсович. Я к сыну пришла. Я яблочки с дома принесла, молочка. Екатерина Сергеевна, мне очень жаль, но сегодня ночью Игорь скончался. Примите мои соболезнования. Ничего нельзя было сделать. Дело уже забрал ваш муж, Иван Петрович. Забрал. Сюда. Уйди. Уйди. Ты что ты делаешь? Ты не смей. Не смей. Это же страшно. Это же будет. Смертью земною жизнь кончается. В эти дни тяжких испытаний и искушений, ниспосланных нам по воле Всевышнего. Смерть слишком велика рядом с тем, что должно быть ничтожно даже в масштабе временной жизни. Только смерть может наполнить величием и смыслом все, что кажется мелким и незначительным. Как ты подашь чашку чая на подносе? Каким движением поправишь подушки за спиной больного? Это ставит нас перед лицом правды жизни с такой остротой и ясностью, каких не может дать ничто другое. На улице временно перестали стрелять, вернее, изредка постреливали. Я ходил в церковь и подолгу думал о том, каков был бы каждый момент нашей жизни, если бы мы знали, что он может стать последним. Что слова, которые мы произносим, это, возможно, последние наши слова. Мы жили бы с напряженностью и глубиной, иначе нам недоступной. «Имей память смертную», — вспоминал я перед лицом Бога слова Иоанна Златоуста. Валентин Феликсович. Простите, отче. Не узнаете? Не припомню. Москва, 908 год. Лекции по ординарной анатомии профессора Степанова. Петр Зверев. Зверев? Угу. А как же? Все в руках Божьих. И совершается елико по промыслу его. Что задумано про нас Отцом Небесным, нам неведомо, ибо находится выше нашего понимания, как и Отец наш выше нас. Сережа, пожалуйста, пригласи людей, пусть заходят. Здравствуйте, Валентин Феликсович. Здравствуйте, присаживайтесь. Спасибо. Сережа, не уходи. У
Валентин Феликсович, дорогой, ну скажите честно, зачем вам это надо? Мы закрыли старую, аварийную церковь. О людях же заботимся. А вы вон жаловаться, письма писать. Если она в аварийном состоянии, то почему там сейчас размещается управление по делам религии? Да вам не об этом надо думать. Вам о здоровье надо думать. Ну не ваше это дело. Это мое дело. Я архиепископ. Валентин Феликсович, я официально требую прекратить всякие протестные действия против закрытия церкви в Евпатории. У нас есть инженерный акт, где черным по белому написано «Церковь в аварийном состоянии». Вы сами прекрасно знаете, что закрытие незаконно. А посему я протестую и буду протестовать. Не мешайте властям, Валентин Феликсович. Знаете, это может плохо для вас закончиться. Если бы вы знали, сколько раз я слышал эти слова за последние 40 лет, вы бы не тратили свои нервы. Сережа, проводи гостя. Расправа над участниками контрреволюции. Арцебашев! В огромной казарме мастерских была устроена ужасная человеческая бойня. По коридору налево. Новейшее лекарство. Нет, я не смогу. Сможешь. Он-то выдержал. А ты? Выдержишь? Закурить дай. Да таричка-то наш, сволочь, ночами перекур лечит. Который? Феликсович, мне протезы дай. Разберемся. Прищем его. Шире, шире. На улице снова стреляли и снова отстреливались. Я зашивал и тех, и других. Сушить, сушить. Зажим. Давить этих гадов надо. А я и говорил. Для сопротивления резко. Расстрел на месте. Скажите, владыка. За белыми халатами думают спрятаться. А вам было страшно? Самое страшное, когда ты ничем не можешь помочь человеку. Нам известно, здесь прячется белый Исаул. Никого из чужих здесь нет. Никого нет? А вот обманывать советскую власть нехорошо. Сюда в одежде нельзя. Идет операция. Наше почтение, господа доктора! Именем советской власти вы арестованы! Замечательно. Операцию дадите закончить? Операция, как-никак. Спирт. О-о-о-о. Придется конфисковать в пользу пролетариата. Как вы просили, доктор, закончить операцию? А!
Анна Васильевна! Тише, дети спят. Что случилось? Валентина Феликсовича арестовали. Где, за что? Прямо в отделении. Он операцию офицеру делал. А куда повели? В городе, говорят, в железнодорожные мастерские. Софья Сергеевна, присмотрите за детьми, пожалуйста. Сама фраза «повезти в железнодорожные мастерские» означала в те дни не что иное, как расстрелять. Анна Васильевна! Анна Васильевна! Он ведь просил тебя, профессор, не трогай пролетарского духа. А ты мне жалобу на меня писал. А теперь тебя самого за пятки и в анатомичку. И правильно сделают. По городу объявлен комендантский час. Так что без специального пропуска выходить из дома нельзя. Да-да. Сейчас, сейчас. Печет очень. Сейчас, сейчас, голубушка. Все будет хорошо. Давайте. Вот так. А утром Валентин Феликсович вернется, либо мы придумаем, что сделать. Оставьте мне ампулу морфия, шприц. Я боюсь ночного приступа. Ну, вы же знаете, что нельзя. Всего лишь вчера мы с ним спорили над раненым. Означает ли простить? Кого привели? Доктора и Немчура. Только забыть. 12-е ворота, видите? Загоняйте контру. По-быстрому! Принимаем. Стрелки или контра? Контра. В кассу пускай занимает. За мной. Быстрее. За ним будете. Пошли быстрее. Вот контр. Видите ту дверь? За этой дверью взвешивают грехи наши и определяют воздаяние. Белоконь! Бычков! Война! Ясенецкий! Сережа, ближе. Хочешь, секрет один открою? Мне его мой дед рассказал. Тебе он пригодится. Что я с нечистой силой знаюсь. Матка Боска. И задал Бог человеку три пытания.
який самый важный момент у житті, який самый важный человек на свете, який самый важный поступок. Думал человек усе життё. И так и не зразумел, постарел. Топая ён неяк по дороге, так думая, помру, не знайшовши отказу. Глядзіць малая дзяўчынка гусей пасе. Яна пытаецца да яго, чаго ты, стары, сумны такі? А ён ей кажа, вось не знайшоў адказу на тры пытанні ад Бога. Тут яна ему кажа, дык гэта ж вельмі проста. Самы галовны момант у жыцці цяперашні, таму што мінулага ўжо няма, а будучыня яшчэ не наступіла. Самы галоўны чалавек той, які з табой зараз. А самы важны ўчынак у жыцці – гэта зрабіць для яго тое, што трэба. А как паняць, што трэба? Гэта ты сам павінен пазнаць. Так всю жизнь я и пытался сделать то, что нужно тем, кто рядом. Валентин Война Ясенецкий. Война Ясенецкий. А с вами там еще доктор Ротенберг. Оперировали белогвардейца, значит. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Не припомню. Но это ничего, главное, что я вас припомнил. Доктор, нахрена сюда приволокли? Так вот на него бумага. Они на пару белоказака оперировали. Так на то и врач, чтобы всех подряд оперировать. А я бы их шлепнул обоих. Шлепнуть мы его всегда успеем. А ты старший. Второй с тобой. Доставите профессора и доктора домой. Доложите. Есть. Так, за мной. Попрошу, пожалуйста. Он мне в 17-м две пули из брюха достал. Ну, ты прав. Сейчас у нас много раненых. Моя бедная больная Аня. Зная, что меня арестовали, зная, куда увели, пережила ужасные часы до моего возвращения. Это тяжело отразилось на ее здоровье, и болезнь стала быстро прогрессировать. Настали последние дни ее жизни. Молчание ее говорило больше, чем могли бы сказать слова, а скорбь была так велика, какой только может быть скорбь родителей, которые навсегда расстаются с детьми. Мама сказала, чтобы мы вели себя хорошо. А то мама ругать будет. Живут тут, Вань. Саша только 25. А это не Саша. Это не Саша. А кому? Игорь, кому же? Игоря нет. Я воскрешу! Я...
страдания – единственное место встречи между добром и злом. Профессор Михайловский не смог примириться ни со смертью, а с собственным бессилием перед ней. Я же, напротив, никогда не ощущал себя таким интенсивно живым, как сейчас. Я обнаружил, что у меня есть только теперешний момент. Мгновение ока. Я, кажется, нашел ответ на вопрос, который когда-то задавал деду. Ночей я сидел с Аней, а днем работал в больнице. Я понял, что сегодня ночью Анна умрет. Пожалуйста. Я очень устала. Я хочу уснуть. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Я боролась, сколько было сил. А теперь силы мои кончились. Тихо. Я тебя не отпускаю. Ты мать. Ты жена моя. Будь милосердна. Дай мне уйти. Я устала. Я смертельно устала. Ты мать моя, детей. Ты любовь моя. Ты моя жена моя. Я тебя не отпускаю! Аня! Аня! Аня!
будет имя Господне. Будет имя Господне благословенно ныне и до века. От востока солнца до запада хвально имя Господне. Хвалите отрасль Господа. Хвалите имя Господне. Высок над всеми языками Господь, над небесами слава Его, кто яко Господь Бог наш, воздвизая от земли нищет, я на нищет, возвышая у Бога. Посадите Его с князем людей своих, в себя и не плода было, но моде очадик веселящийся. Валентин Феликсович, что случилось? Софья Сергеевна, разрешите? Проходите. Что? Софья Сергеевна, я вас мало знаю. Настолько мало знаю, что я не знаю, вы верите в Бога? То, что я вам сейчас скажу, может показаться вам странным. Но поверьте мне, я в здравом уме. И прошу принять мои слова на веру. Дело в том, что... Когда я читал псалтырь... Бабушки. У меня было видение. Это было Божье благословение вести вас в свой дом, матерью, родящей детях. Софья Сергеевна, прошу вас заменить моим деткам умершую мать. Вы просите меня? Я никогда бы не осмелился сделать вам это предложение, если бы у меня не было дома главного врача, в котором есть 4 замечательных комнаты. И они настолько хорошо спланированы, что вы могли бы занять любую из них, и она никоим образом не пересекалась бы с моими комнатами. Софья Сергеевна. Читать-то будет. Заперто ведь? Ну, это закрыто. Царство небесное. Можно закрыть. Там всегда отворено. Дура ты.
молитву творить за забобовного приставленного некому. Нет этого батюшки. Арестованную. Да там он, за наши грешные души молится. Ага, молится. В яме, где паровозы гудут. В яме? Во враге, за депо. Все они там. Я понимаю, нас грешно. С пулей во лбу лежат. И что, поп? Нет его! За мной! Сымайте! Пошел! Бог тебя зовет! Хватит уже! Заряжай! Цель! Василий, вы обознались. Отец Василий! Кощунственных карнавалов и издевательств над верою нашей. Мое сердце громко кричало. Не могу молчать. После нескольких моих выступлений о положении дел в Ташкенте, епископ Иннокентий отвел меня в сторону и сказал: «Доктор, вам нужно быть священником». Тем, чем оно представляется материалистом, то не было бы в нем такого богатства и такой красоты форм. Я был посвящен в диакона, а уже через неделю рукоположен в иерея. Спустя 2 года, в праздник Сретения Господня, я принял монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа. Мое рукоположение произвело огромную сенсацию в Ташкенте. Ко мне приходили то студенты медицинского факультета, то профессора. Они не могли понять и оценить моего поступка. Для них была, безусловно, авторитетна только наука. Здравствуйте, Валентин Феликсович.
Я пытался объяснить им антинаучность материализма. Глупо признавать реальным только то, что мы видим глазами, и отвергать то, что не готовы принять разумом. Здравствуйте, Лев Васильевич. Поздравляю, то есть я не знаю, что именно нужно говорить в таких случаях. У нас для плановых операций еще одну экстренную мы привезли. Ну, с него и начнем, пожалуй. То есть... Здравствуйте. Вы... Не вижу особых причин не оперировать. Конечно. Извините, отец Валентин. У Поповского сына вместо жопы кадыла! Пошли, Брюха, на тебя в ухо! Как это? Че, защитничек? Он говорит, он людям помогает. А нам кто поможет? Ладно, пойдем. Софья Сергеевна ругаться будет. Ну, шли, пойдем. Долго у нас эти проверки? Да кто его знает? Новая власть перепись имущества делает. Сами понимаете. Валентин Феликсович, ревизионная комиссия. Распорядились убрать. Григорий Александрович, пациент ваш. Продолжайте операцию. Валентин Феликсович, постойте. Я прошу вас. Валентин Феликсович, а у вас же сейчас операция. Это место главного врача. Я освобожден от должности? Нет, почему? Присаживайтесь, пожалуйста. Только вы, доктор... Войдите и в мое положение. В то время, как по всей стране идет борьба с религиозным мракобесием, в поликлинике, точнее, в операционной одной из центральных больниц, висит икона. Как вы думаете, это одобрит вышестоящее руководство? Я думаю, вышестоящему руководству главное, чтобы здесь лечили людей. И чтобы для этого были созданы нормальные условия. Для меня, как для человека верующего, нормальные условия – это икона, которая висит на рабочем месте, то есть в операционной. То есть вы, доктор, не можете оперировать без иконы? Почему? Могу. Но в положительном исходе операции я буду не уверен. А хирургу без уверенности в операционной делать нечего. Засим, разрешите откланяться. Стойте! Вы знаете, если бы не личное пожелание Виолетты Алексеевны оперироваться именно у вас, мы бы с вами, доктор, разговаривали абсолютно по-другому. Сидоркин! Звали? Принеси из автомобиля икону, которую взяли в операционной, и отдай доктору. Слушаюсь. Ступайте, оперируйте. Благодарю вас.
Давайте покушаем. Я вам супчик приготовила. Я умру скоро. Не говорите так. Смерти не нужно бояться. Надо бояться плохими делами вечную жизнь наполнить. За день на год старел. Все забрали. Все. Жизнь, здоровье. Как они могли? Следователем, возомнивший себя, как в плохой книге, князем тьмы. Что, не ожидали меня здесь увидеть? Как же вы очутились здесь, Зверев? Меняется жизнь, меняются люди. 10 лет обвинений, допросов, ссылок. 4 моих детей остались на попечении Софьи Сергеевны. Свободен. Ее и детей выгнали из моей квартиры главного врача и поселили в небольшой каморке. Дети сделали нары, чтобы поместиться там. Не надоело? Все эти 10 лет я знал, в какой тяжелой ситуации им пришлось повзрослеть. Так а что ты теперь делать будешь? Не знаю. Дворники пойду, наверное. Фамилия? Война Синецкий. Мы ночью отмечались. Да, вы 7-е будете проходить. Спасибо. Пойдем. Простите. Извините. Миша, какие дворники? А что ты мне предлагаешь? Извините. Простите, пожалуйста. Куда лезет? Тихо, это батюшкины дети. Я отца не предам. Не знаю. Разгоняй их, отменили. Не будет? Свидания сегодня не будет. Как это не будет? Сказано разойтись. В течение месяца каждый день дети приходили ко мне. И каждый день в посещении было отказано. Обвинения становились все нелепее. Конвейер продолжался. Столько дел хватило бы на 5, а может и больше. По заданию ли германской разведки вы прибыли в Ташкент? Вас завербовала немецкая разведка. Антибольшевистская агитация, шпионаж. Как так получилось, что не закончив семинарий, вы стали священником? Правую руку на стол. Себя не жалеешь, о детях подумай. Ваш сан порочит образ советского ученого. Откажитесь от сана, и дела нет. Откажитесь от сана, и вашего дела нет. Очень боитесь от них людей, и страшно ничего. А какие у вас отношения с этой вашей приживалкой, вступив в преступный сговор с женой Михайловского полковника? Пытались представить убийство советского ученого как самоубийство. Не хватит мне про Господа вести. Значит, не отречетесь. Иисус мог творить чудеса. Господь у него везде. Ты из мертвых, а советский ученый не может. Почему?
Вы лишаете себя возможности заниматься врачебной практикой. Вы сгниете здесь, если нет сгниет. Значит, вы решили пожертвовать хирургией ради веры. Вы сгниете здесь, неужели непонятно? Были самыми невыносимыми. Не в силах больше выдержать происходящее, я объявил голодовку. Через 9 дней началась рвота кровью. Я с трудом мог разбирать слова. Но меня продолжали водить из тюрьмы на допросы и обратно, переводя из одной камеры в другую. Лицом к стене. Ты что орешь, Шурка? Слышь, начальник, там пока... Хреново, сейчас сдохнет. Ну, если ты хочешь, пусть молится. На, вот, по боку вам. Лейте, Шурки. Извините, я... Что ты делал, врач? Пусти. Видишь, помирает. Нож, нужен острый. Есть нож? Заточка пойдет? Подойдет. И трахеотомическую трубку. Ты гонишь, где я тебе это все возьму здесь, а? Ну, не толще мизинца какую-нибудь трубку. А? Эй, Клифф, дай свою трубку. Быстрей. Мундштук годится? Годится. А мне? Огонь, дай, дай спички, тебе. Спички дай. Подержи. Давай. Ну, лекарь, если пахан загнется... Я тебя этим швейлом проткнул. Ты понял меня? Я спрашиваю, ты понял меня? Держи. Все. В руках Божьих. Держите его. Крепче его держите. Держите голову. Зажали. Держи! Ноги держи. Платок дайте какой-нибудь. Платок. Держи платок. Фу. Ну ты даешь, Святоша. Ничего, поживем еще, правда, пахан? Ад продолжался. И в этом аду бывший священник стал угрожать мне расстрелом. Вы пугаете меня все расстрелом. Смертью тела. Тело бренно, а душа бессмертна. Я свою душу берегу, а вы? Знаете, я предпочитаю мертвую душу мертвому телу. Христос пострадал за всех нас. Ну и чего добился? Человечество спас. Допустим. А достойно ли человечество спасения? Я думаю, что нет. Ну вот Христос взял на себя все грехи наши. А людям только того и надо было. Все обрадовались и побежали опять грешить до прихода нового Мессии, который опять всех спасет. Давайте, поешьте. Ну, правильно, правильно. Берите, берите. Позвольте я. Не бойтесь. О-о-о. Курить бросать надо. И поменьше волноваться. Не понял. Вам советую все время носить с собой нитроглицерин и волокарнин. Что я вам объясняю? Вы же сами врач, хотя не доучившийся. Вы хотите ужесточения мер? Я вам устрою. Выходит, вы им еще и советы давали? Все мы люди, все мы слабые. Мое дело лечить, а не судить. Свободен. Ну что, Ясенецкий, не надоело? Я ничего. Вы же замечательный ученый, блистательный хирург. Вам бы сейчас жизни человеческие спасать, а вы вон чем занимаетесь. Я спасаю души. Души?
А чьи? Позвольте полюбопытствовать. Вашу в том числе. О, спасибо. Подумали бы лучше о пациентах, которым, вероятно, именно сейчас нужна ваша помощь. Глупо упрямиться. Вы лишаете себе возможности заниматься врачебной практикой и наукой. Вы же здесь, сидя в тюрьме, все забудете. А в случае вашего отречения от сана, я гарантирую вам свободу и полное восстановление всех ваших гражданских прав. Ну, снимите вы эту рясу. Меня не слышите, с сыном поговорите. Вы же хотели его увидеть? Отец. Здравствуй, сынок. Что-то произошло? Говори, что случилось. Меня выгоняют из университета. А знаешь почему? Почему Лешу выгнали с 10 класса? Почему Лена сидела одна за партой, как прокаженная? Почему Валик почти не разговаривает? Несите свой крест, достойно и воздаст вам. Это твой крест. Вы, дети мои, стало быть, и крест наш общий. Папа, они просили меня отречься от тебя. А ты? А я отказался. А ты отрекись. Свидание закончено. Сделай, как я сказал, сын мой. Я всегда буду твоим отцом. Помнишь, Сережа, ты про страх спрашивал. За себя страшно не было. За семью было. За тех, кого забирали. И особенно за тех, кто забирал. За них-то чего бояться? Им-то что? А ты подумай. Потому что смерть и за ними придет. Смерть смертью. А что потом? Смотри, наше дело приобретает политический резонанс. Он-то выдержал. А ты выдержишь? Болит? Вступив в преступный сговор с женой Михайловского, подтолкнули к убийству мужа. Он покончил жизнь самоубийством. А потом, покрывая преступницу, пытались представить убийство советского ученого как самоубийство. Это чудовищный бред. Пусть! Товарищ капитан! Товарищ капитан!
просто помочь хотел. Сроком на 3 года. Отправить этапом. Ты что? Сигнал не слышал? Давай, трогай! Да! Люди на ней! Немедленно очистить путь! Есть! Быстро за мной! И дай гудок! Бабуля! Давай, давай! Сейчас разбегусь. Слышь, командир, ведь потихоньку не получится. Тут путь под уклон идет. Я могу и не успеть затормозить. А ну, едь, сука! Я приказываю! Доложил я твой приказ! И ты свою пухалку мне в харю не тычь! Я 14-го года в окопах! Не напужаешь! А перед тем, как меня хлопнуть, пойди, найди другого машиниста. Ну, гад, я с тобой опосля разберусь. Ну, давай, говори. Говори быстрее, времени нет. Встаньте, люди добрые, спасибо вам за участие. Зато вам низкий поклон. Батюшка Лука. И мое благословение. Братья и сестры, Господом Богом вас прошу, отпустите меня с миром. У всех есть мой путь. Я сам избрал его и должен пройти его до конца. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так начались мои скитания по ссылкам. Мне казалось уже, что не человек. Весь мир болен, и для его врачевания нужно великое терпение. Терпение и способность видеть в ближнем самого себя. Различать в нем ту неизъяснимую красоту, которую видит в нас Господь. Способность забыть себя совершенно, до конца. Созерцание другого человека. Созерцание Бога. Служение другому человеку. Служение Богу. Братва, посмотри, как нас встречают! Ты посмотри, Сеня! Отец, ничего не попутали, а? На барже одни урки. Кого встречаем-то, а? Тут видишь что? Кто? Не положено. Слышь, Петрович, ублажи честь праздника. Всем миром просим. Ну, когда еще будет такой случай? Просим. Просим. Не положено. Честь праздничка. Только быстро, старик. Петрович, записи.
Владимировна. А не меня ли ты, дедуля, встречаешь, а? Ты, урка, грабли-то прибери. Не для тебя, из последнего печена. Си, слыхал? Батюшка! Батюшка, архиерей! Выйди к нам! Сделай милость! Волею Божией, архиепископ Лука. Владыка, прими от нас по старинному обычаю хлеб да соль. Батюшка, владыка, случилось так, что нас на верст не осталось ни одного священника. Одни померли, другие к обновленцам ушли. А потому просим мы тебя, благослови ты нас, грешных, и в честь святого праздника рукоположи на сан священника, нашего диакона. Благословляю вас, дети мои! Благословляю вас, братья и сестры! Да хранит вас Господь! Да хранит вас Господь, рабов своих! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! И ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! Любовь долго терпит и милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Подайте ради Христа. Подайте копеечку ради Христа. Нищему слепцу подсобите. Кто чем может? Подайте ради Христа. Подайте копеечку ради Христа. Как звать тебя, отрок? Федькой кличут. Кличут собак, а ты человек. И зовут тебя не Федька, а Феодар, что значит Божий дар. А, Бога веруешь? Верую. Верую. Да, видать, нету ему до меня дела. Копеечку подайте. Не бойся. Не бойся я, доктор. Глаза твои поглядеть хочу. Ай-яй. Давно ослеп? Мальцом еще был совсем. А сколько годков тебе? 17. Где? Виновата тебе еще милостыню просить. Я думаю, тебе помочь можно. Да? Пойдем со мной. Держись за плечо мое. А. Да, крепче обопрись, пошли. Смелей, ступай. Я теперь твой поводырь. Ну-ка, что тут у нас? Угу. Угу. Ну что, Федор, начнем с Божьей помощи. Так, лежи, все, лежим. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Не бойся, перекрестись. Я
Не меня, а благодари, дури. Господь исцелил тебя. Моими руками. Ему молись. Слава тебе, Господи. Дыши. Владыка Лука. Что случилось, Авдотья? Посмотрите в окно. Что делать будем? Что делать? Что делать? Лечить будем с Божьей помощью. Дедушка, нужна новая ряса. Эту латать уже нельзя. Ататай. Ты же архиепископ. А здесь одни дыры. Латай, латай. Бедных много. Ой, давно вас ждем. Здесь великий белый шаман. И шаман я. Сюда, сюда. Шибко мается мой старик. Третий день тебя ждем. Откуда про меня знаешь? Знаю, знаю. Другие шаманы про тебя говорят. К нам приходили, бубны стучали. Ни в какую не вылечили. Сказали, шибко больно злой дух мужем овладел. Им не совладать. Сказали, появился большой белый шаман. Трем слепым младенцам зрение вернул. Правда ли? Все правда. Только не шаман я. Я священник православный. Господь молитвами, руками моими злой дух погоняет. Никак резать будешь? Сделаю небольшой надрез, чтобы злой дух вышел. Нитки есть. Вот. Волосам шьем. Это же надо. Волосами я еще никогда не шил. Прочный? Ну ладно, с Богом. Сережа. Да, владыка. Подойди, пожалуйста, к иконам. Возьми там на налой крестик самодельный. Это вы из ссылки привезли? Да. Возьми его себе. Да нет, нет, что вы. Возьми. Я умру. Будешь вспоминать. Началась война. Стремление мое приносить пользу там, где это наиболее необходимо, разрешилось следующим образом. Я отправил телеграмму на имя председателя Президиума Верховного Совета Калинина. Я, профессор Война Ясенецкий, отбываю ссылку по такой-то, такой-то статье в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла. Там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука. Сокрушаться под знаменем образа креста твоего вся сопротивные силы. Здесь находится ссыльный воин Ясенецкий. Здесь, здесь. Тише. Крещается раб Божий Роман во имя Отца
У меня для него пакет. Топер полномоченного Труханского ГПУ. Дай закончить обряд крещения. Крещение? Аминь. И сына. Аминь. И святаго духа. Обрадовать старика надо. Ответ на телеграмму пришел. А сам ты чему радуешься? Пропадет ведь там на войне проклятой. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. А на войне, владыка, тяжело было? Тяжело, Сережа, когда веры нет. Когда живешь, как листок оторванный. А когда есть вера, есть призвание, то совсем справиться можно. Через 10 дней работы я был назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края. Ну вот и все. Бегать будет. А вы говорили, случай безнадежный, безнадежный. Думал, безнадежный. Зашивайтесь, а я, с вашего позволения, приму новую партию ранена. Вы не перестаете меня удивлять, профессор. Как это у вас все получается? Это все опыт, батенька. Практика. В операции нужно иметь в виду не только брюшную полость, а всего человека. Не называть его, как вы, случаем. С Богом. А старик-то слепой на один глаз. Сидите. Что здесь? Рядовой рубцов, осколочное ранение плеча. Сильное нагноение, срочно в операционную. Угу, давайте в операционную. Здравствуйте, бойцы. Здравствуйте. Что здесь? Это ефрейтор Скворцов. Пулевое ранение в ногу на вылет. Контузия средней тяжести. Кость задета? Нет. Седьмую палату к легким. Угу. Так, лейтенант Симоненко, пулевое ранение в живот. Доктор... Говорят, вы настоящий священник. Да, сынок. Ну-ка. Держи. Помолитесь за меня, батюшка. Чую, умираю скоро. Пусть Господь простит мою душу. Так и умирать легче. Я ведь крещеный. Рано тебе еще за упокой читать. Верь в Господа и силу его. Быстро готовьте операционную. Угу. Вероятнее всего, задета печень. Ясно. Держись. Господи, укрепи дух его, силы его, Господи. Ой, держись, лейтенант. Я не скрывал от умирающих близости к смерти, чтобы они могли умереть осознанно. Будешь жить, лейтенант Симоненко. Но если был хоть малейший шанс спасти бесценную человеческую жизнь, я не мог не воспользоваться им. Ибо только моя собственная смерть была бы короткой остановкой на пути к принесению пользы другим. Написанную в тюрьме и ссылках книгу «Очерки гнойной хирургии», я получил сталинскую премию. А по окончании войны был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Сережа, зажги свечку.
прощаю тебя, Сережа. Прости меня, Владыка. Прости. Я слабый. Прости меня, грешного. Бог простит. Иди. С Богом. Катю позови. Приступаешь и работать и Господи, и Богу, уготови душу твою во искушение, управи сердце твое и потерпи, и не скорбуди во время наведения, прилепись ему и не отступи, дабы возвеличились тебе напоследок. Усеяли кваще, но не сено ти будет, прими, и во изменении смирения твоего дома. В 2000 году архиепископ Симферопольский и Крымский Лука был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Как при жизни он помогал всем, не отказывая никому, так и сейчас всякий, кто обращается к святителю с верой и любовью, получает помощь. Будем же, по слову апостола Павла, всегда помнить наставников наших и, взирая на кончину их жизни, подражать вере их.
разоренная душа, землю покидая не спеша, крыльями взмахнет, гордо воспарит свободная навстречу небу в долгий неизведанный полет. Ничего с собой не несет, сбросив груз тоски и боли, обретет покой и волю. Я тебя не отпущу, останься, я прошу, мне без тебя так одиноко в целом мире. Между небом и землей я вижу образ твой, мне голос твой приносит ветер. Постигай вечный в пути, силу жизни в вере обрести, и не отступить, и не отпустить, хоть смерть велит разжать ладони. Навсегда и тьму, и зло презрев, вдруг ослепнуть, чтобы вновь прозреть, исцеляя словом души, эти обетов не нарушив, жить и смерти вопреки, мечту свою нести сквозь годы расстояния и любить и верить, жить без славы и наград и не страшась преград. Свою дорогу к свету жизнь.